То есть мы как бульдозер идем впереди, расчищая дорогу для будущих, мы надеемся, объединений, союзных объединений на постсоветском пространстве. Союз – это пример, это тот путь, по которому придется идти тем государствам, которые будут рассчитывать на более тесный союз. Деликатно президент России не сказал о разного рода рассуждениях, что тут кто-то кого-то поглотит и так далее и тому подобное. Должен сказать, что мы этой болезнью и не болели с президентом России. Если кто-то этим болел, можем подлечить. Это на тему. Я недавно сказал, мы достаточно умные люди, и если нам понадобится иметь абсолютно тесные отношения, еще мощнее, чем в унитарном государстве, мы с ним это сделаем элементарно. Поэтому не надо бряться старыми фразами и терминами, что мы стараемся кого-то поглотить или объединиться вопреки желаниям наших народов.